Добрый день, друзья! У нас сегодня в гостях у Ангелины не совсем, да, такие неожиданные гости. У нас замечательная семья Запашных. Сегодня в гостях Марица и Дан. Всем привет! Здравствуйте! Вы знаете, у Дана есть свой YouTube-канал, который так и называется «Дан Запашный», где он рассказывает о жизни цирка. Надо сказать, что это единственный канал, где действующий артист цирка рассказывает о быте цирка. И сегодня мы поговорили, ну, Ангелина будет туда-сюда ходить, это дело такое, она у себя дома, а я бы хотела поговорить с вами, вот, Марица особенно, насколько вот, как вы Дана растили, вот, насколько важно, чтобы дети вот были с животными, вот, как Дана среди животных? Дан рос точно так же, как росла я среди животных, с детства, с пеленок. Я росла у нас в доме и рысята, и пантерята, и тигрята, и львята. И я вот, ну, может быть, чуть-чуть была побольше, и я уже со всеми с ними общалась, еще не разговаривала. Они понимали меня, я понимала их. И так же вот, да. Это необходимость. И куда мы? Это вот на прогулку. Да, солнце мое. Скажи, на прогулку. Солнце мое, ты уже уходишь, ты уже лет. Ты уже все. Скажи, надоели вы мне? Это дает ребенку в будущем понимание ответственности. Там, где ты живешь. Что не ты один на этой планете. Не может быть человек и самое главное существо на этой планете. Здесь все очень взаимосвязано. Поэтому каждый должен беречь друг друга. Это вот те существа, которые несут доброту. И если ребенок с детства приучен, если он понимает, что от него очень многое от человека зависит, чтобы все вот эти вот живые... Ой, господи, даже не знаю, как это назвать. Существа, скажи. Нет, это самые не красивые существа. Это рядом немножечко другой мир. И когда он вырастает и понимает, что в ответе, тогда мы живем. Тогда это жизнь. Вот как вы считаете, допустим, некоторые пишут мне, вы забираете у ребенка детство, он у вас все время там с животными. В основном у нас положительные отзывы, замечательные зрители, да, но есть такие, которые говорят, вместо того, чтобы где-то общаться с людьми, значит, она у вас общается только в основном с животными. Насколько это правильно? Вот какой вы раздан, я вижу эти добрые глаза, я вижу ваши, вот, насколько вот это дает... Это не насколько, это необходимость общения с животными. И неважно, собачка, кошечка, попугайчик или любой другой вид животного. Ребенок растет, и еще раз повторюсь, понимает, что он в ответе за того, кто находится с ним рядом. Это другое общение, это понимание природы. Если человек, ребенок от этого отрастен, он же не робот. Он должен играть и с детьми, и заниматься, и учиться. Но изначальное предназначение – это природа. Насколько вот Марице и Дан необходимо, вопрос больше к Дану, необходимо популяризировать. Вот мы создали этот канал, где маленькая девочка Дана еще не разговаривает, но мы ее показываем фактически с рождения. Насколько необходима популяризация вот таких видео? Мне кажется, они учат доброте. Собирай палочки, да-да, тебе тоже кажется. Ну, я вырос среди животных, я люблю... разных животных, мне нравится общение. И я считаю, что те, кто не знает об этом, потому что это огромный мир, который несет в себе очень много хорошего и доброго, они очень много теряют. И за счет таких видео, за счет таких каналов можно людям рассказать, показать, что получается, когда маленький ребенок дома общается с собачкой, когда у него есть возможность ходить в такой прекрасный парк, пообщаться с львом, с львенком, там, с тигренком. И так далее. То есть
узнать о природе больше, о животных, о разных. Я думаю, что дети становятся более ответственные, более добрые, и у общества появляется чувство сострадания. Это очень важно, мне кажется, этого сегодня у нас не хватает. Мы не можем избежать вопроса, в принципе, о парке. И вы, Дан и Марица, вы первый раз в Тайгане. Как вам? Одно. Я получила вот истинное наслаждение. Я вот за эти буквально 2 дня отвлеклась от всего, от каких-то проблем. Здесь все ухожено. Красивые животные. Великолепное содержание. И настолько сам парк добрый. И в него столько вложено души. Я бы осталась жить. Постройте мне вольер. Я готова. Видно, что с большой любовью сделано. В общем, мне здесь приятно находиться. Я второй день. Воздух прекрасный, крымский. Настроение замечательное. Приятная музыка. Разные животные, которые очень хорошо выглядят. Блестит шерсть. Они активны, играют. И, не знаю, здесь очень много разных видов есть. И обезьяны, и хищники, и жирафы, и слоны. То есть каждый для себя может найти то, что ему интересно. Но в целом настолько все разнообразно, настолько все интересно, и каждое животное приносит что-то свое, что глаза разбегаются. Здесь очень здорово, мне очень нравится. Я сегодня прямо вообще не знаю. Парк рекомендован к посещению? Безусловно, я думаю, что обязательно. Иностранцы тоже. Нет, здесь приезжают. Надо приезжать, и здесь надо находиться не один день, не 2 дня. Потому что это очень мало. Я так жалею, что в силу моей работы у меня вот только есть 2 дня. Здесь надо быть дома. Это да. Дан, когда у вас будут дети? Пока нет, я открою секрет для поклонниц. Пока что нет. У них будет YouTube-канал с животными? Ну, я думаю, что... Хорошего, я с ней, честно, как-то даже не размышлял. Думаю, что надо, конечно, показывать людям о том, что и дети, и взрослые должны обязательно общаться с нашим животным миром. И я думаю, что, конечно, я буду снимать. Вот раньше были там в «Мире животных» с легендарным Дроздом, да, такие передачи. Да, и вот мы выросли на них, на этих передачах. Мы так учились доброте. А сейчас для деток только развлекательные какие-то каналы. Они, наверное, тоже нужны, мультяшные. Но мне кажется, что очень важно, чтобы... Вот такие каналы были, где маленькие дети общаются, и мы будем, я надеюсь, показывать Ангелину, пока она будет расти, да, и показывать, как вот она меняется, как она, потому что сначала животные ей были не очень интересны, да, но сейчас я вижу, что вот идет у нее контакт, общение, она уже знает, как гладить, она знает, что нельзя обижать. Но мне кажется, когда она берет так палочку, то она уже хочет быть похожей нет, на Марицу и на дрессировщицу. Ангелюша, это большая, но только соломинка, а лучше ручками. Погладь его. Это же твой любимый львенок, погладь его. Вот, ты нашла? Ты потом будешь смотреть и понимать, что ты была с легендарной Марицей Запашной, и она тебе давала первые уроки. Вот так, да. Только соломинка. Спасибо огромное. Мы рады, что вы наконец-то приехали. Мы долго ждали, друзья, что приедет Дан с Марицей. Да. Мы хотели полететь к ним, но гораздо приятнее, что они прилетели к нам. Теперь мы вас ждем. А мы вас тоже ждем. Я надеюсь, что надольше. Погоды. Спасибо, друзья, с любовью. Спасибо. С Тайгана.